Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В сфере ремонта автомобилей сложился острый дефицит кадров. По оценкам специалистов, автосервисам не хватает порядка 50 тысяч сотрудников. Молодежь идет работать в такие организации неохотно, да и уровень ее квалификации оставляет желать лучшего. А мастеров старой закалки, которые набирались опыта еще в советское время, становится все меньше. Наряду с этим автосервисом пришлось столкнуться с увеличившимся потоком клиентов. В этом году он вырос на 25%. Примерно настолько же подорожали работы. Трасса 101. На предприятии «Хавейл» в Тульской области начали собирать кроссоверы М6. Автомобиль появился на российском рынке прошлым летом. Сейчас цены на него начинаются почти от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Возможно, благодаря локализации стоимость модели снизится. Если она окажется ниже 2 миллионов, то у кроссовера есть шансы попасть в программу льготного автокредитования. Комплектуется М6 143-сильным бензиновым мотором. Трансмиссия, шестиступенчатая механика, либо 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Трасса 101. А на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в ближайшие месяцы может возобновиться производство авто. Это будут модели Solaris и Creta, а также Kia Rio. Однако в продажу они попадут под брендом Jack, Guangzhou Automobile Group. Предприятие входит в пятерку ведущих автопроизводителей Поднебесной. Еще один автомобильный завод, ранее принадлежавший иностранцам, Volkswagen в Калужской области, собирается перенастроить под компанию Chery. Трасса 101. В Россию начинают поставлять китайские электромобили Rising. Лифтбэк F7 будет стоить от 4 миллионов 200 тысяч до 6,5 миллионов рублей, а кросс-купе R7 от 4 миллионов 200 тысяч до 7 миллионов 200 тысяч рублей. В базовой версии машины оснащены одним мотором мощностью 340 лошадиных сил. В более дорогих комплектациях предусмотрены два силовых агрегата общей мощностью почти 550 лошадей, привод, соответственно, на обе оси. Запас хода превышает 600 километров. В список оборудования входят светодиодная оптика, система кругового обзора, экран для задних пассажиров, обогрев сидений и так далее. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».